Всем привет, дорогие друзья, вот в общем, канал с вами ZGT, мы продолжаем играть в игру за ним сам, под 6 сезон, продолжаем игру на сервере Advanced Warmship. Так, и, ребят, сегодня для вас могут быть печально, может быть, не печальная новость, но я выселяюсь из отеля Санфера и приезжаю в отель под названием... Так. Продать свой транспорт, что? Как я вам его продам, Алёша? Ох, господи, какие же проблемы. Хотел бы выселиться из отеля, походу не сюда. Серия 80 отель называется. Нахрена вообще в этот отель? Я просто на самом деле все проще намного. Я не хочу сам фигировать. Жить. Только вот вопрос, как автомобиль нам продать. Так, ладно. Пауза и Google в помощь. Итак, ребят, мы продолжаем. Я ни хрена не понял, как продать машину, но понял только одно. А, зашибись, еще одно объявление может только со второго подавать. Так. А можно просто, знаете, как сделать? Сейчас покажу. А нельзя просто сделать вот так, короче. Смотрите. Вот, типа, я случайно выкинул кару. Он мне там взорвется, утонет, не знаю, типа такой, короче. Придется до отеля бежать пешком. Ну, короче, и продать отель. Не знаю, так можно, нельзя. То есть можно, придется пешком. А, нет, если можно, то дадим, передадим сюда, как все будет. Вот так, вот он на мосте тут и... Так, понятно, значит, нет никаких предприятий. То есть уже МП. Так. У нас сейчас 264 человека. 267 уже. Ну, короче, заходите тихо. Так, вот наш отель. Вроде как. А, это не он. Это не этот отель. А где наш отель? А, в бизнесе находится, может, что? Вот он рядом с нами был на все это время. Короче, ребята, я просто хочу, знаете, что сделать? Просто хочу устроиться, ой, поселиться в отель в Лос-Анджелесе, и все. И все. Больше ничего не хочу. Просто хочу поселиться в отель в Лос-Анджелесе. Вроде машины нет сейчас там. Для этого я должен... Нет, я не смогу, наверное, продать. А если не смогу, то все плохо. Придется обратно все поставить, короче. Учитель, и все. Нет, не получится. Но придется опять 500 баксов своих тратить. Идти за на машине. Короче, сейчас делаем все так. Доезжаем до ЛС. Прошлый сервер не получил, потому что я кихнул. Короче, доезжаем до ЛС. Прекращаем запись. Начинаем новую запись. Работаем, наконец-то, автобусником. А не каким-то там лохом. Потом, короче, потом, не знаю, потом как-то будем что-нибудь решать, короче, насчет. Блин, бесит это так. Потом будем что-то решать насчет машины и насчет моего переселения. Потому что если я машину продам, это не то, что я вот взял, продал, все зашибись, наконец-то могу уйти из этого отеля. Минус то, что если я продам, мне придется снова машину покупать. Ну, кстати, это наоборот, кстати, небольшой путь, потому что. Другая машина как раз таки сейчас на данный момент нужна. Ой, не одна. Ну, транспортные узлы и ЖД. Нет, стойте. Центральная автостанция, Лос-Анджелес. Все, поехали. Такую машину, я не знаю, покупать вряд ли будут, потому что она фиговенькая, если честно. И денег у нас сейчас осталось уже 4000. А было, я помню, 20 тысяч у бомжа было, блин, понимаете? На эти деньги можно было просто купиться, но.
На данный момент мы ничего пока что с деньгами делать не сможем. Вы спрашиваете, почему именно ты хочешь жить в Лос-Анджелесе, а не в Сан-Пьере? Потому что в Лос-Анджелесе все проще, понимаете? Я говорю, это что такое? В Лос-Анджелесе живут, в Лос-Анджелесе до хрена людей, в Лос-Анджелесе ездят автобусы. В Лос-Анджелесе много чего, короче, в Лос-Анджелесе МП, в Лос-Анджелесе мэрия самая лучшая, и вот это все. А если в Сан-Пьере буду жить, мне придется всегда от Сан-Пьера ездить до Лос-Анджелеса, понимаете? От Сан-Пьера до Лос-Анджелеса так уж и, блин, не так уж и близко они находятся друг к другу в Сан-Пьере. Они довольно далеко находятся, для этого мне приходится минут 10 езды, то есть односерия уходит на езду, так что, ребята, отнимите. Из-за этого я хочу переселиться, но переселимся мы еще не скоро, я еще могу продать эти автомобили, потому что я сейчас посмотрел видео, а там было написано, там какой-то пацан, что даже прорекламирую его канал, он популярный канал, все, кусочка. Pfizer, что-то, Pfizer, вот, Pfizer. Фейзер, у него 36 серия попасса. Ну чё, круто, смотрел, там типа продают. Он там писал, типа, продает этот булет, он вроде продал. Да, булет машину вроде продавал. Вот, а у меня функция ад не доступна, что функция ад доступна только в третьем уровне. Если нам на только придется дать третий уровень, чтобы продать машину, это будет самый худший день, наверное. А я не знаю, я сейчас просто взял бы просто и отдал эту машину и выселся из отеля бы. Но я этого сделать не могу, потому что, блин, на что мне жить потом? Ладно, в отеле поселюсь за 500 баксов, только где мне машину брать? За какие деньги? Мне арендовать мне ее тоже это не очень нравится. Опять на автобусах ездить? Нормальный человек уже будет ездить на машине, а я прям буду снова на автобусах ездить. Не, мне это не надо. Хотя бы за 1002 мне ее продать надо. Хотя бы за какие-то деньги. Хотя 1002 это вообще, это фу. Думаю, короче, я сейчас знаю, как ее отдать, короче, бесплатно кому-нибудь отдам, бичку какую-нибудь. Обрадуюсь. Едем. Ну, пока что я говорить особо ничего не буду. Да. То, что я не знаю, что делать. Кстати, я в Лос-Анджелесе уже давно не был. Хочу посмотреть, как там стоят дела все. Что в Лос-Анджелесе там. И к Мэри съедем, и все успел, короче. Третий уровень, кстати, насчет третьего. Насчет третьего уровня. Насчет третьего уровня у нас нет. Ни одного очка опыта нету, зато у нас второй левел. Мы его добились, да. Ну, нам придется все-таки с третьего левела. Спать в отеле будем, потому что на вокзалах спать не судьба, потому что нас скипнут и что-то типа такого. Ой, топлива мало, ребят, пацаны, топлива мало, очень мало топлива. Ближайшую АЗС надо найти. Ладно, пока здесь что сортируется. А он, кстати, вроде ближайший АЗС. А вот как раз таки АЗС, зашибись. Все, отправимся по рынку. Так, нам два. Все, что? Опа. А, куда нам два? Ай. А, Лел. Так, раз. Ну, думаю, 19 будет достаточно, потому что... Я особо денег. Я особо уже денег экономлю, потому что 4К это не хуй. Я собираюсь экономить, потому что это мало денег очень. Я собираюсь их экономить, как я уже повторяюсь, третий раз, наверное. Думаю, потом как-нибудь сесть в казино и поиграть. Но это, конечно, очень будет тупо. Хотя попробовать надо. Казино находится в Лос-Анджелесе, но все два казино находятся в Лос-Анджелесе, в Сан-Пьере. Вроде едем. Сейчас, кстати, мы идем сразу же на Лос-Анджелес, потом на центральную станцию. Короче, сейчас какую-нибудь бичку отдадим машину. А может, будем там проживать, я не знаю, потому что просто ездить туда и обратно, это очень тупо и мучительно. Короче, вы сами все понимаете. О, хрена тут домов свободно, ребят. Только это элитные дома. Они стоят не дешево. Купать за такие шиши, я без понятия.
Так, давайте, короче, припаркуем надо делать. Думаю, здесь припарковать можно, то есть там сидел. А, кстати, тачка шанс. Так, вроде. Так, локотим. И выходим. Локотим. Все. Так, а эта машина, интересно, открыта? А машина открыта, смотрите. А, это русская машина. Ну чё, ребят, работать мы на автобусе мы уже будем в следующей серии. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, так что лайк, ставьте лайк, ставьте лайк.